Здравствуйте, дорогие друзья! Такой выпуск для разнообразия, и я думаю, что будет в тему нашего разговора. Это, соответственно, ответ на очень интересный вопрос моего подписчика. Он спросил, почему же у попов растет живот. Он предположил, что это не потому, что на самом деле они занимаются чревоугодием, а, соответственно, есть подозрение, что, может быть, этому есть какие-то биохимические причины. И сейчас мы это обсудим. Наши попы, как и любые другие священнослужители, соответственно, очень часто обладают таким телосложением, достаточно крупным. Мы видим, что увеличивается талия. Ну и вообще можно сказать, что многие достигают, в принципе, визуально можно по человеку понять, что у человека есть ожирение. И если такая тенденция есть у определенной группы лиц, можно задуматься, что дело-то вовсе, скорее всего, не в том, что они какие-то плохие, какие-то не такие, как им, соответственно, вверяют, да, такой стереотип. Вот у него пузо выросло, потому что он там денег наворовал. Соответственно, я, конечно, не берусь сказать, что все там далеко замечательные люди, как я всегда люблю замечать, что неважно, кто ты, врач, священнослужитель, там какой-нибудь, не знаю, воспитатель детского сада, везде есть плохие и хорошие люди. И ни в коем случае ни один диплом, ни один документ, да, соответственно, ни одна какая-то бумажка или ряса или еще что-то не сделает тебя плохим, условно, да, или хорошим. И, соответственно, это делает личность, делает личностью психотип, да, о которых мы много очень разговариваем на этом канале, личностью, личностные качества, да, мы вырабатываем, работая над собой, в том числе, что, конечно же, все-таки религия позволяет делать, и, соответственно, так далее. Но никак, ни в коем случае, не одежда, не национальный, ни в коем случае признак, и не, соответственно, какие-либо другие качества, дипломы, деньги и так далее, они не делают человека заведомо каким-то негативным или позитивным. Ну и давайте же разберемся, почему у наших попов растет живот. Все очень просто. Как и в некоторых других религиях, есть, соответственно, ну, по крайней мере, массово известных, есть, соответственно, элемент так называемого поста. Вот. Почему я прям делаю кавычки, и мне очень не нравится вот это понятие поста, потому что оно теперь приобретает несколько извращенный характер. С точки зрения, разумеется, медицины, а не религии. Почему извращенный? Потому что мы наносим вред организму, соответственно, путем того, что мы едим продукты и не ограничиваем себя в продуктах, которые на самом деле стимулируют выработку, ну, того же там дофамина, да, это углеводистые продукты, которые можно есть в пост. Я напоминаю, в пост можно есть продукты из муки, да, в большинстве религий. Ну, хотя бы тот же хлеб, да. Насколько я знаю, хлеб не запрещен в пост. По-моему, еще крупы не запрещены в пост. Напишите мне, кто лучше разбирается. Но сие есть факт. Хлеб, ну, уж точно не запрещен. Вот. И, в принципе, что получается? Ну, во-первых, соответственно, человек постоянно получает подкрепление, да, соответственно, если употребляет углеводы, сие есть факт, мы об этом с вами разговаривали, то есть мозг нас вознаграждает, и мозг всегда ожидает принятия углеводистой пищи.
И мы, в принципе, углеводистой пищей можем так неплохо себя запутать и психологически себе скомпенсировать отсутствие того же мяса. Почему мясо запрещено было? Ну, потому что, да, оно считалось более дорогим, более каким-то праздничным в тот момент, когда придумывались эти посты, кстати. Людьми же придумывались. На сегодняшний момент все поменялось. Что делают попы? Попы соблюдают кучу постов. И, соответственно, едят углеводистую пищу, но у них по-другому никак не получится. И из-за этого, ну, соответственно, получают инсулинорезистентность. И если меня смотрят все священнослужители, любые, кто у кого похожая ситуация с религией, не обязательно, может быть, это не христианство, сдайте индекс HOMA-IR, то есть инсулин и глюкозу. И проверьте, соответственно, на всякий случай ваш баланс инсулина и глюкозы. Вот, значит, ситуация в чем? Просто ситуация на сегодняшний день такая, что как-то почему-то никто их не регулирует, хотя, на мой взгляд, наверное, ну, раз очевидно, что люди придумали, да, посты, то есть нигде же не зафиксировано, что Иисус там или, соответственно, другие какие-то пророки давали эти рекомендации постам. Соответственно, ну, значит, можно их как-то регулировать. Вот. Ну, в иудаизме, кстати, это все гораздо пластичнее происходит. Вот. И получается, что надо просто минимизировать, отказываться им от углеводистой пищи. Иначе этот живот будет продолжать расти, мы будем видеть таких вот крупных попов. Вот. И по-другому, ну, никак здесь ситуация не может сложиться. Поэтому, дорогие друзья, резюмируя вышесказанное, поповский живот – это в прямом смысле отпечаток профессии. Отпечаток профессии – отпечаток профессионального питания. Они вынуждены так питаться, ну и, соответственно, результат их питания, так скажем, и на лицо, и на живот. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Я вас жду всех в своих, соответственно, консультациях онлайн. Напишите вам, как кабинет ЛПК, я сегодня без халата. Может быть, такой формат вам будет более интересен. Вот. И, конечно же, я желаю вам всем здоровья.